ровно 7 цветов у радуги, а у музыки 7 нот. На земле для нашей радости вечно музыка живет. Добрый вечер, уважаемые зрители! Мы начинаем отчетный концерт хора «Радужные нотки». Руководитель хора Зотова Татьяна Валерьевна, концертмейстер Уткина Любовь Васильевна. Россия всегда славилась многоголосным хоровым пением. Пели все, от мала до великой, радости и горя, праздники и будни. Народ воспитанный на одухотворенной песне благороден и велик. И сегодня, слушая песни в исполнении хора, мы желаем вам окунуться в мир детства, красоты и доброты. Концерт откроет хор 1-го класса. Музыка и слова Мавшовича, Мишенька-медведь. Что?
день начинается с песни, даже солнышко раньше встает. Значит, жить нам с тобой интересней, и мечта нас дорогу зовет. Музыка Потолоцкого, слова Городецкого, весенняя песенка. Thank you.
Шорча, песенка о лесенке. Конечно, я.
слова Божьего, зимний вечер. Жил-был царь Картаус.
Наш концерт продолжит выступление старшего хора. Возьми с собой в дорогу песню, возьми улыбку и друзей, ведь с ними будет интересней, а с песней будет веселей. Ложь, Божь, 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 Божь,
слова народные, журавей. Ooh.
неизвестный композитор 16 века. Донна нобис пацем, даруй нам мир. Oh,
Подошел к концу. Благодарю вас за внимание и до новых встреч!